Всем огромный привет! Сегодня будет обзор из магазина Fix Price по адресу город Новороссийск, Дзержинского, 187. Очень много классных, интересных новинок. Обзор будет интересным, поэтому обязательно смотрите его до конца. Папка для труда на молнии. Формат А4. Внутри дополнительная вставка. Под резинку можно положить ножницы, линейку, карандаши или другие предметы. Кроме единорожки, есть папка с жирафом и с футбольной тематикой. Производитель город Ростов-на-Дону, цена 99 рублей. Блокнот в мягкой обложке, 96 листов. Внутри клетка и есть закладка. Дизайнов очень много, есть с металлической обложкой и есть с матовой. Всего 8 дизайнов, такие блокноты по 99 рублей. Джинсовый блокнот, а точнее блокнот в джинсовой обложке. Обложка очень мягкая, как будто внутри есть какая-то подкладка. Внутри клетка. Количество листов не указано, но думаю, 96 листов точно будет. Помню, у меня в детстве был похожий джинсовый альбом для фотографий. Дизайны разные. Есть блокноты, которые закрываются на клепку. Есть вариант, который можно завязать. И есть обычные варианты. Таких больше всего. Всего 7 дизайнов. Производитель Китай, цена 149 рублей. Мелки школьные белые торговой марки Гамма. Круглой формы, внутри 40 штук. Мел экстра мягкий, не пачкает руки, без гипса. И ярко пишет. Цена 50 рублей за 40 мелков. Степлер со скобами. Скрепляет одновременно до 12 листов в наборе 1000 скоб. Состав ABS пластик, железо и термопластичная резина. Цена набора 77 рублей. Сапоги детские, состав ЭВА. Очень легкие, отличный вариант даже для лета. Бегать во время дождя. Размерный ряд в этом фикс-прайсе с 29 по 34. Цвета в ассортименте, цена 199 рублей. Производитель Россия, город Москва. Шлепки пляжные детские, состав ЭВА. Расцветки в ассортименте, размерный ряд в этом фикс-прайсе с 28 по 31. В прошлом году цена была 99 рублей, в этом году 149. Обувь детская, верх текстиль, подошва из ЭВА. В продаже осталась только одна расцветка, размер 28 и 29. Производитель Россия, город Москва, цена 199 рублей. Женские носки продаются набором 3 пары. Две пары носков в наборе однотонные и одни в полоску. Состав 88% хлопок, 8 полиамид, 4 ластан. Изготовитель Россия, город Москва, цена 149 рублей. Носки женские, торговая марка Zuwei. Состав 67% хлопок, 33% полиамид. Размерный ряд с 36 по 40, цена 55 рублей. Производитель Китай. Кухонные полотенца, 2 в наборе. Размер каждого 40 на 70 сантиметров. Состав 100% хлопок. Производитель Россия, город Иваново, цена набора 99 рублей. Подушка на стол, размер 40 на 40 сантиметров. Состав верха 100% полиэстер, наполнитель синтепон. Подушка мягкая, очень плотно набитая. Завязки только с одной стороны. В ассортименте две расцветки. Производитель Россия, город Иваново, цена 149 рублей. Набор тряпок для уборки, серия Bon Home. Размер каждый 30 на 30 сантиметров, в наборе 4 штуки. Состав 80% полиэстер, 20% полиамид. Цена набора 77 рублей. Новинка в отделе посуды, набор контейнеров, внутри целых 9 предметов. 4 маленьких контейнера объемом 230 мл, 4 по 500 мл и один самый большой объемом 3 литра. Все предметы легко вкладываются друг в друга, позволяя экономить пространство на кухне. Допустимые температуры нагревания в микроволновке плюс 90 градусов. Можно мыть в посудомойке. Состав пластик, полипропилен подходит для пищевых продуктов. Не содержит бисфенол А, производитель Россия, цена набора 199 рублей. Френч-пресс объемом 350 мл. Состав стекло, полипропилен и нержавеющая сталь. Нет отметки о максимальной температуре, производитель Китай, цена 99 рублей. Бульонница с ручкой огромная, объем целых 800 мл. Снаружи и внутри белый, состав фарфор. Все бульонницы белого цвета, производитель Китай, цена 99. Металлическая миска, объем литр 400 мл. Рисунок с двух сторон, состав углеродистая сталь, эмаль и нержавеющая сталь. Есть варианты с недочетами, поэтому если будете выбирать, смотрите внимательно. Встречаются поцарапанные экземпляры. Дизайны отличаются, есть миска с клубникой, с цветами и с ягодами. Производитель Китай, цена 149 рублей. Ковш с ручкой из этой же серии, объем 1 литр. Корпус из углеродистой и нержавеющей стали, покрытие эмаль. Ручка сделана из бакелита. Так же, как и у мисок, три расцветки, производитель Китай, цена 149. Минажница пластиковая. В комплекте одно большое блюдо и 5 отсеков разной формы.
Диаметр 31 см, высота 4 см. Есть отметка о том, что пластик пищевой, и о том, что минажницу можно мыть в посудомойке. Легкий прочный пластик, не содержит бисфенол А. Минажницы продаются в трех расцветках. Производитель Московской области, цена 149 рублей. Кружка объемом 360 мл. В одной серии сразу несколько вариантов. Есть полностью цветные кружки в розовом и мятном цвете. Есть белые снаружи, цветные внутри. И наоборот, цветные снаружи, белые внутри. Также есть варианты с окантовкой и чисто белый стакан. Качество мне понравилось, отлично сделаны, форма удобная, состав фаянс, цена 55 рублей. Бутылочка для воды объемом 600 мл. Состав полипропилен, акрил, нитерильный стирол, термопластичная резина и 100% полиэстер. Есть дополнительный шнурок, который крепится к бутылочке, с помощью которого бутылку можно повесить на руку или на велосипед. Бутылочка отличается цветом и надписью «Открывай новое» и «Вторая. Радуйся мелочам». Бутылочка в сером цвете, совсем без надписи. Производитель Китай, цена бутылочки 99 рублей. Корзинка хозяйственная, размер 25 на 15, высота 7 сантиметров. Состав полипропилен можно использовать для пищевых продуктов, сделано в России. Две новые расцветки, цена 18 рублей 30 копеек. Новые наборы контейнеров для заморозки. В наборе два контейнера, объем каждого 920 мл. Контейнер можно использовать для горячего и холодного, греть в микроволновке с открытой крышкой, замораживать, а также мыть в посудомойке. Крышка закрывается плотно. В состав пищевой пластик полипропилен, максимальная температура использования плюс 120, минимальная минус 20 градусов. Производитель Республика Беларусь, цена за два контейнера 77 рублей. Пакеты пищевые для замораживания и хранения торговой марки «Грифон». Наборы пакета разные. Самые большие объемом 5 литров, их 12 штук. Объемом 3 литра 33 штуки, объемом 1 литр 35 штук. Пакеты биоразлагаемые. Цена набора 77 рублей. Сумка через плечо. Длину ремешка можно регулировать. Сама сумка тканевая, состав хлопок, полиэстер, сталь. Внутри одно большое отделение на молнии. Есть подкладка. Также есть боковой карман небольшой на клепке. А еще у сумки есть небольшая фишка, это отверстие, в которое можно просунуть провод от наушников или зарядку от телефона. Цена сумки 199 рублей. Еще одна сумочка на ремешке, больше похожа на косметичку. Размер 30 на 13, высота 20 сантиметров. Закрывается на клепку и еще дополнительно есть замок. Одно большое отделение, никаких дополнительных карманов нет. Сумка на выбор в четырех расцветках, производитель Китай, цена 199 рублей. Шкатулка резная, диаметр 16 см, высота 9. Еще есть круглая, размер 17 на 8 см. Сделаны аккуратно, всего на выбор 3 дизайна. Материал фанера березы, производитель Россия, город Москва. Цена 199 рублей. Органайзер для косметики и аксессуаров. Размер 17 на 14, высота 10 см. Внутри 5 отделений, при желании деревянные перекладины можно вынуть. Состав пластик и дерево. Органайзер на выбор в белом, черном и темно-сером цвете. Производитель Китай, цена 149 рублей. Детский ободок с ушками и с бантиками. Все приклеено ровно, аккуратно, качество хорошее. На выбор ободок в двух цветах, нежно и ярко-розовый цвет. Производитель Китай, цена 99. Шторы для ванны, размер 180 на 180 сантиметров. Новые расцветки, шторы из водоотталкивающей ткани. 12 колец идет в комплекте. На выбор серый, белый, молочный, фуксия и черный цвет. Производитель Китай, цена 199 рублей. Новый детский игровой набор «Спецслужба». Наборы с разной военной техникой. Есть вертолеты, машины и даже мотоциклы. Стоит отметка 6+, состав полипропилен и металл. Цена набора 199 рублей. Настольная игра «Жучки». Игра рассчитана на 2 игрока. В комплекте идет игровая платформа, 7 жучков и 2 удочки. Цель игры – как можно больше успеть поймать жучков своей удочкой. Кто больше всех поймает жучков, тот и победил. Во время игры жучки еще и перемещаются. Игра работает от батареек, в комплект они не входят. Цена 199 рублей. Игрушка надувная неваляшка. Она просто огромная, высота 120 сантиметров. Для того, чтобы в надутом виде игрушка не падала, внутри игрушки на дне есть песок. Поэтому одной рукой держать мне в магазине ее очень тяжело. На выбор 4 дизайна. Это дельфин, пингвин, жираф и еще бывает крокодил. Состав ПВХ и песок, цена 199 рублей. Игрушка-пружинка или по-другому игрушка-радуга из нашего детства. Радуга реально большая.
Ее можно перебрасывать из руки в руку, растягивать, закручивать или спускать по лестнице. Цена пружинки 99 рублей. Фонарик налобный. Регулируемый угол наклона. Три режима работ. Первый — это 100% мощности, 50% мощности и третий — режим мигания. Работает от 3 батарей, в комплект они не входят. Световой поток 60 люменов, срок службы светодиодов 10 тысяч часов. Фонарики отличаются цветом корпуса, цена 149 рублей, производитель Китай. Шампунь Шампту, питание сила с экстрактом фруктов, подходит для всех типов волос. С пуш-ап эффектом до 48 часов объема. Объем 650 мл, цена 149 рублей. Крем-гель для душа, Нивея, крем и апельсин. С маслом авокадо в составе. Упаковка с дозатором 750 мл, стоит 199 рублей. Жидкий патч для глаз от марки Senda, экспресс-увлажнение. С гелем Aloe Vera придают эластичность и гладкость. Также гель обладает лифтинг-эффектом. Объем 50 мл, цена 99 рублей. Гель для стирки 5 в 1. Универсальный, подходит для всех тканей. Обещает устранить и нейтрализовать неприятные запахи, отстирать различные пятна. Придает мягкость белью, сохраняет цвет, ухаживает за волокнами ткани. Объем 1 литр 200 мл хватает на 24 стирки. И вы не поверите, он стоит всего 55 рублей. Если вы пробовали, поделитесь, пожалуйста, понравился вам такой гель или нет. Еще один супер волшебный гель для стирки мультиактив хватает на 140 стирок. Даже не верится, 1 литр 400 мл стоит 77 рублей. Еще одна фишка: после стирки аромат яблока, во время носки у белья аромат манго. Если пробовали, поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим впечатлением. Печенье-сэндвич с шоколадной начинкой. Производитель — кондитерское объединение «Сладаль». 150 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. Роллтон — приправа универсальная для мяса. Второй вариант — приправа универсальная грибная. 80 грамм, цена 25 рублей. Лапша с говядиной по-домашнему Роллтон. Биг ланч — лапша со вкусом говядины и овощами по-корейски. И та, и другая лапша стоит 27 рублей 50 копеек. Сырокопченые колбаски Пикалини от торговой марки Дымов. Есть со вкусом дижонская горчица. Второй вариант более популярен, его практически не осталось на полке. Со вкусом хамон. В упаковке 50 грамм, цена 50 рублей. Арахис от марки Сенсой в глазури со вкусом васаби. Классический арахис я пробовала, он очень вкусный. С васаби еще нет, если пробовали, делитесь в комментариях, очень острый или нет. 42 грамма в упаковке, цена 25 рублей. Конфеты молочная карамель Лала Милк со вкусом ванильный коктейль. Производитель — кондитерская фабрика Богатырь. В упаковке 180 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. Карамель леденцовая со вкусом бубль гум. Именно бубль, а не бабл. 200 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. Пепси-кола классический вкус в лимитированной упаковке, которая была в 1940 году. Объем 330 мл, цена 27 рублей 50 копеек. Кофе Нескафе Классик с молотой арабикой. Богатый вкус и аромат. 250 грамм в упаковке. Цена 199 рублей. Чайный напиток «Здоровый сон». Чай мягко успокаивает и поможет подготовиться ко сну. В составе свежий вкус мяты и ежевики, пряный лимонный вкус мелиссы, изысканная горечь ромашки и валерьяны. Цена за 20 пакетиков 55 рублей. Основа для напитков – лимонад «Мохито». Неплохой состав, одного пакетика хватает на литр лимонада. Второй вариант – чай, цитрус, мята, имбирь. Одной упаковки хватает на 5 чашек чая. Объем 175 мл, цена 25 рублей. Освежающая конфета «Рондо» с новым ароматом «Арбуз». Также в ассортименте есть лимон и мята. Цена 25 рублей. В этом фикс-прайсе также продается печенье шоколадное Любятово, из которого получается невероятно вкусный торт, быстрый по приготовлению. Рецепт торта есть на моем кулинарном канале, ссылку на этот тортик оставлю в описании. В упаковке 250 граммов печенья, цена 50 рублей. Рафинированное подсолнечное масло «Щедрое лето». Изготовитель — Самарская область, объем 900 мл. Цена 50 рублей. Еще больше информации о продуктах из магазина Fix Price, какие из них вкусные, а какие нет, вы узнаете в ролике, который вышел на моем втором канале. В этом видео тестирую и дегустирую продукты из этого магазина. Ссылку на этот ролик оставлю в описании. На сегодня это все. Надеюсь, что видео понравилось и было полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Желаю вам отличного дня и прекрасного солнечного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!